О необычном мусорном контейнере в виде разбитого автомобиля прямо у стен Антониева монастыря наша программа рассказала 3 недели назад. Мэрия Великого Новгорода сообщила тогда, что в курсе проблемы и пообещала в ближайшее время устранить безобразие. Сегодня мы проверили, как выполняется обещание. К сожалению, АВОС и ныне там. Помойка на колесах все еще на прежнем месте. Портит окружающий пейзаж своим видом и неприятным запахом. Проходящим мимо студентам и преподавателям остается только воротить нос и разводить руками. Все удивляются, мимо проходят, но никто ничего не знает. Мы сами удивляемся вообще, почему она здесь именно. Тут учебное заведение и монастырь вообще, она не должна тут стоять. Нам это не нравится, да. Обитаем ли импровизированный приют бездомного, непонятно. Хозяина развалюхи рядом никто не видел. Пока администрация его разыскивает, гора мусора внутри угрожающе растет. А тепло и влажность создают подходящую среду для развития болезней. Если заведутся крысы, не поздоровится и университету. Так что городскому хозяйству стоит ускориться в поисках ответчика или ликвидировать автопомойку самостоятельно. К слову, эту же самую машину и даже с хозяином в салоне наша телекомпания снимала год назад. Правда, совсем по другому адресу. Что заставляет новгородского Диогена кочевать по округе, по-прежнему неизвестно.